Пираньедон титану, что означает титанический пираний зуб. Гигантская пресноводная рыба – одна из самых крупных обитателей острова Черепа. Это был речной хищник, который специализировался на ловле сухопутной добычи с берегов водоема, когда та опускалась к воде, чтобы попить. Самец пираньедона гораздо меньше самки и должен с ней конкурировать, чтобы доказать свою значимость в качестве помощника. Новорожденный молодняк держится в группах, насчитывающих около десятка особей. Пираньедон-подросток при длине в 5 футов или же 1,5 метра уже является опасным водным хищником и нападает на водоплавающих птиц, рыб, амфибий, мелких динозавров и вообще все, что может поймать, в том числе крупных наземных животных. Пираньедон является засадным хищником и подстерегает свою добычу вблизи берегов рек, используя свои чувствительные усики, чтобы обнаружить приближение потенциальной добычи. На зрение полагаться он не может, так как оно у него плохое, способное распознавать только различия между светлым и темным. Скачком своего огромного тела пираньедон делает выпад из воды и хватает свою добычу челюстями, либо сильно ранит животное сильным укусом, после чего хватает и тащит на дно, чтобы утопить. Делать выпад или же выпрыгивать из воды пираньедону помогают его мощные грудные плавники, которые позволяют животному выползать на затененный берег реки для отдыха. После того, как огромная рыба выползает на берег, к ней начинают сбегаться птицы, ящерицы и другие мусорщики, счищая с нее бесчисленных паразитов. Пираньедон остается на суше до тех пор, пока теплый климат не иссушит кожу и не наступит угроза удушья. Пираньедоны являются самыми большими водными хищниками на острове Черепа, но когда они отдыхают на пляже, они должны быть начеку все время, ведь справиться с вастатозавром у них не получится. Самка пираньедона может достигать длину 70 футов и весить при этом около 14 тонн, имея относительно узкий угревидный хвост и большое мускулистое тело. Самцы же редко вырастают более 20 футов в длину и весят около 2 тонн. Окрас этих рыб зеленовато-черный с белым брюшком. Спиной плавник проходит вдоль всей спины пираньедона и помогает ему маневрировать в водной среде, в то время как два огромных грудных плавника служат в качестве руля. Голова пираньедона снабжена двумя чувствительными усиками, торчащими из нижней челюсти и помогающими в поиске пропитания. Челюсти же снабжены многочисленными острыми зубами, каждый из которых достигает размеров предплечья взрослого человека – около 69 см. В режиссерской версии фильма Джек Дрискол, Карл Денхэм, Престон Джимми, Лампи, Бен Хейс, Чо и другие участники спасательного отряда столкнулись со взрослым пираньедоном-одиночкой, когда переплывали на плотах озера. Трое матросов стали жертвами водного хищника. Длину пираньедон-самка достигает около 21,34 метра, самец же около 6 метров. Весит 14 тонн самка, 2 тонны самец. Обитали в пресных водоемах острова Черепа.